Так, ребят, короче, в общем, я скачал свой обзор Honor X5. Вот это мы видим загрузочное меню Rutube Studio. Вот смотрите, у Rutube Studio, а у YouTube где там? Творческая студия Rutube. Творческая, творчество. А на Рутубе просто студия, и все, ладно. Что здесь я выбираю? Техника, оборудование, технологии, интернет, эзотерика, юмор. Техника, оборудование. Параметры. Доступны для всех, 18+, комментарии отключить, время публикации. Декодирование идет. Окей, давайте посмотрим, сколько весит эта хрень. Я скачал. 120 мегабайт. Так. Мы видим. Давай, давай. Давайте нажимаем сохранить и выйти. Пишет в обработке. Примерное время заливки на YouTube без авторских прав. Видео займет размером 120 мегабайт, займет, ну, знаете, где-то минуты 2-3. Мой канал. Видео нету. Управление видео. В обработке. Загрузил я где-то минуту назад, 2 минуты назад. Пишет, что в обработке. Давайте посмотрим, пройдет декодирование. И посмотрим, насколько, ребят, я напоминаю, когда на YouTube загружается видео, то модерация там проходит мгновенно. Ну, не мгновенно, но секунд, наверное, 5-6 проходит. Компьютер, как программа, ищет авторские права. Посмотрим, декодирование 92. Ну, там идет не декодирование, а типа разрешение. Идет обработка в разрешении HD, модерация. Обычно видео проверяется от 10 минут до часа. Ну, ребят, вот заметили сейчас 19:24. Все, ладно, будем ждать. Я вам скажу, во сколько модерация закончится. Ну, целый час это просто трэш. Ладно, ребят, ждем.